Добрый день, мои уважаемые зрители. Я сегодня перед вами лежу, и это не случайно, потому что сегодняшнее мое видео посвящено очень важной теме лечению с помощью сока клубня цикламена, а именно закапывание в нос этого сока для того, чтобы лечить нашу голову от избыточного количества слизи, будь то гайморит, будь то мигрень, будь то просто обычный хронический насморк, как это в моем случае. Почему я вновь возвращаюсь к этой теме? У меня на канале уже очень много видео снято, в которых я рассказываю о цикламене, о том, где его можно купить, как его приготовить, как его безопасно использовать. Все эти видео вы сможете посмотреть, переходя либо по ссылочкам вверху экрана, либо в конце видео будут анонсированы эти ролики, вы сможете по ним перейти и очень внимательно изучить все мои инструкции по цикламену. У меня опыт использования цикламена уже довольно приличный, почти 4 года. И вот сегодня я хочу поделиться с вами одной очень интересной фишкой. В чем главная суть? Проблема заключается в том, что я получаю немало писем от людей, которые используют сок клубня цикламена и обжигают слизистую. У них пропадает обоняние, у них бывают очень неприятные реакции жжения, отека слизистой и так далее. В своих видео я уже неоднократно говорила о том, что нужно соблюдать большую осторожность в приготовлении правильной пропорции сока, чтобы не навредить себе. И вот сегодня, наконец-таки, я хочу поделиться с вами очень интересной фишкой. Я открыла ее совсем недавно, несмотря на то, что у меня уже такой приличный опыт использования сока. Я открыла недавно эту фишку, но я была очень рада, что я ее открыла. И вот сегодня я делюсь. Значит, смотрите, у меня уже сейчас в руках две пипетки, в которых набран сок. Сок, приготовленный в пропорции 1 к 50. Ну, это такая концентрация, подходящая для меня. Кто-то даже делает 1 к 100, ну, в общем, все по-разному. Кто-то 1 к 30, к 20, у кого какая слизистая. Я опытным путем пришла вот к этой пропорции, мне она хорошо подходит. Очень многие испытывают крайне неприятные ощущения, раздирание головы, раздирание мозга, ощущение, как будто бы кинжалы вонзаются в голову, и вам начинают выкручивать мозги этими кинжалами. Вот, есть такая безопасная штука, как вдыхание паров сока цикламена. Значит, смотрите, что я сейчас буду делать. Я специально легла на подушку. Задача заключается в том, чтобы не ввести сок сразу туда, глубоко внутрь, а оставить его вот тут, на входе, в ямках, и постараться оставить его там на некоторое время, подышать его парами, просто подышать парами. Вы заметите, что даже вдыхая пары цикламена, вы уже будете получать очень существенный эффект по разжижению и отхождению мокроты из ваших носовых пазух. Давайте я сделаю это прямо сейчас. Для чего я не задираю голову слишком высоко? Я специально ее держу на подушке, чтобы сок оставался вот в этих наружных проходах. Даже можно немножко опустить голову. Если вы чувствуете, что сок хочет проникнуть внутрь, не давайте ему такой возможности. Оставьте голову в таком положении, чтобы сок оставался в этих ямках. Ну вот прям с самого-самого краешку. Вот. И начинайте его вдыхать. Вот я сейчас делаю это. Я просто дышу. Я дышу парами цикламена, я не пускаю капли внутрь. И я чувствую, как уже начинается вот это пощипывание, щекотание внутри, а это, собственно, то, что нам нужно.
Нам нужно раздражение слизистой, нам нужно сделать так, чтобы сок раздражающий подействовал на рецепторы, чтобы началось отхождение слизи. Я даже уже чувствую вот это приятное щекотание в носу, когда начинается чихание. Вы знаете, я даже научилась чихать таким образом, что у меня сок не выбрыскивается из носа, а остается вот прямо тут, где я его положила. Я чихаю через рот. Вот. Все это время, что я сейчас с вами разговариваю, сок еще не проник туда, нет. Он у меня вот здесь снаружи лежит. А я уже чихаю, и я уже чувствую, как вот это все работает. Идет реакция. Понимаете? Идет лечебный эффект сока цикламена. Но при этом вы не получаете ожог слизистой. Вы не получаете никаких неприятных ощущений. Вот я сейчас с вами разговариваю, но я не испытываю никакого дискомфорта. Мне просто хорошо, я просто лежу, чихаю. Вот, друзья, вот такая моя фишка, которая поможет вам эффективно и безопасно лечиться с помощью цикламена. Сейчас, когда уже я почувствовала, что все хорошо, все спокойно, я могу уже немного запрокинуть голову и дать соку проникнуть глубже. Потом я, естественно, пойду в ванную комнату промывать пазухи солевой водой, водой с морской солью. Но это все будет потом. А пока я просто лежу и наслаждаюсь, как цикламен разжижает мою слизь. Вот, друзья, поделилась с вами вот этой фишкой. Надеюсь, она будет вам полезна. Лечитесь, лечитесь эффективно, безопасно. Всю подробную информацию по цикламену вы найдете внизу в описании к видео. И сейчас в анонсе будут ролики, посвященные теме лечения цикламеном. Всего доброго. Надолго не прощаюсь. Ваша Байчия. Thank you.